Слово предоставляется представителю части лейтенанту Герасимову Данилу Александровичу. Офицер своего командования, Александр Григорьевич, получу соболезнования в одном из песен. Наш боевой товарищ в последние секунды в своей жизни попал в время песен. За день не любит от людей, когда приносится по чужой жизни. Он всегда останется наша память, как любящий сын, уважаемый человек, верный друг, моего рода, настоящий мужчина, герой отечества. Поздравляю мужа свою отвагу, которую вы запекировали Алексея Александровича, будет стоим профессором для вас. У нас нет случайных жертв, у нас нет бесполезных потерь. Так стало и с Алексеем Александровичем. Он погиб не напрасно, он защищал интересы своего отечества, он защищал интересы России, он защищал интересы своего народа. Народ не забывает своих героев. Вечная память и вечная слава. Нашего земляка, рядового стратегического Алексея Александровича, объявляется закрытым.